В областном департаменте охоты и рыболовства объяснили суть разрешения на отстрел диких собак. Напомню, охота на них никогда не была запрещена местным законодательством. Речь идет именно об обитателях охотничьих угодий. От обычных бродячих их отличает то, что они не контактируют с людьми, скрещиваются с волками, выводят потомство и охотятся группами на других диких животных. В это время года их жертвами становятся косули. По числу их гибели 2019 стал рекордным. Разрешение на отстрел собачьих стай получили егеря охотничьих хозяйств региона. Для них охота на пушных животных открыта с 20 марта по 20 мая и с 1 июня по 28 февраля. Любой охотник при получении охотничьего билета обязательно ознакомляется с охотничьим минимумом. Отличить собаку дикую от другой, там, охотничьей собаки – это в первую очередь задача охотника. Дикие собаки являются хищником, которые представляют реальную опасность для иных охотничьих ресурсов, которые распространены в Самарской области.